Я даже не могу сказать, что такое оппонент. Самая главная программа, та, у которую есть, стоит за его спиной. Если у этого человека программа, давайте мы ее будем обсуждать. Что мы будем обсуждать? Какая у него прическа, какие у него часы, на вертолете он или, значит, еще что-то. Ну, почему вот за идиотов держат нас жители Ульяновской области? Или он просто придет, три короба наврет, как обычно, и уйдет? Вы знаете, для меня главное не врать. Нет, я его лично никогда не знала, хотя я была и в Третьей, и в Четвертой Думе Государственной, я его там никогда не видела, и я с ним лично не знакома. Конечно же, были и встречи мои с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Даже первая встреча была еще тогда, когда он только баллотировался. Я вам хочу сказать, что это человек, который не ошибается в людях. И его такой выбор, я считаю, что он, видимо, не случайен. Видимо, на то была такая обстановка на тот момент. Поэтому самое главное в этом всегда, когда я подходила и тоже говорила с Владимиром Владимировичем, он отвечает всегда правильно. Выбор за избирателем, выбор за нашими жителями Ульяновской области. Это они главные. Это не то, что мы хотим. Главное, что захочет и кого захочет наш избиратель, житель нашей Ульяновской области. Конечно, дело в том, что в газете все написано, что я буду избираться и идти в губернаторы Ульяновской области. Если выдвинет меня партия, у нас партия парламентская, и после этого тогда будем говорить про всякие согласования и так далее. Вы понимаете, все-таки я думаю, что это больше, вы знаете, вот такого облака придуманного. Поэтому «Справедливая Россия» – парламентская партия, и она уже имеет своего кандидата и уже объявила. Вы знаете, что это было заявлено еще даже до смены губернатора в Ульяновской области.